За переход или переезд по льду на реках и озерах, где установлены запрещающие знаки, будут штрафовать. Соответствующие изменения в закон об административных правонарушениях на территории Курганской области приняли 16 мая на заседании регионального правительства. По мнению заместителя начальника ГУ МЧС России по Курганской области Алексея Ткачева, административное наказание в виде штрафа позволит уменьшить число травм и предотвратить гибель людей на водоемах во время весенней и осенней рыбалки и охоты, когда лед непрочный.